Решот Расулов. Победитель азиатских игр 2006 года. Я напомню, что Битербиев на прошлом чемпионате мира встречался также с соперником из Узбекистана. Ничего хорошего это не принесло. Быстро атакует Расулов и набирает очки. Как-то очень странно, Битербиев первый удар пропустил, вообще не среагировал на него. Битербиев. Но я, кстати, хочу сказать, что вот Расулов... все свои предыдущие бои выигрывал со счетом близким к разгромному. Можно было дать очко Битербиеву за правый прямой на шаге. Сейчас можно было дать очко, но вот его наконец и дали, собственно говоря, Артуру. 2-1. Сразу же 3-1. Зал, вы знаете, начинает болеть за наших, чем дальше, тем больше. Особенно после вот этого сомнительного поражения Замкового, по-моему, уже и итальянцы на стороне российской сборной. Опять начало раунда позволяет Битербиев многоударные комбинации провести своему сопернику, но здесь только по корпусу работал Решот Расулов и не попало. Сейчас попал и, между прочим, попал два раза подряд, так что вот тут не скажешь, что что-то не досчитывают. Одному боксеру. Бьют оба. Считают плохо. На мой взгляд, должно быть 4-6 сейчас. Но 4-6 или 2-4, разница невелика. Точнее говоря, ее просто никакой нет. Битербиев опять завел в угол соперника, но опять без удара. Очень долго он начинает атаку. Очень долго. Во-первых, и передохнуть соперник успевает, привести дыхание в порядок, восстановиться после собственной атаки. А во-вторых, когда так медленно Артур атакует, то видны все его намерения. И хорошо их читает пока Решот Расулов. Агрессивнее, резче надо. Я думаю, будет драка в третьем раунде, если так будет продолжаться. Попробует Битербиев перерубить просто. Ну а для этого нельзя отпускать ни в коем случае по счету. И опять у двух судей сейчас ничья, а вот у одного теперь уже и Битербиев даже впереди. 3-4, попал Артур. 3-5. Повалились они на ринг. И опять начинает, вперед идет Расулов. Он бьет первым. Почему же так происходит? Может быть, перекрыться где-то даже Битербиеву и подождать немножко, когда бросается на него соперник. 3-6, 3 очка проигрывает. 3-7. Попал Битербиев. Попал таким длинным правым прямым. И это было неожиданностью для Решота Расулова, потому что он считал, что он контролирует дистанцию, а выяснилось, что нет. Но развить успех есть время. Есть время подсократить. Все-таки мухи отдельно, котлеты отдельно. То, что судят не очень, это понятно. И с этим невозможно спорить, но... очень странно выглядят в финалах именно российская сборная. Все они вчера боксировали лучше. Намного лучше. В частности, Битербиев. Вот уж ком вообще практически у меня не возникало даже сомнений. Но видите, оказался прав Александр Беленький. Отправляет на пол сейчас Битербиев Решота Расулова. Узбекский боксер по-хорошему упертый.
улыбается. 26 секунд было, когда Битербиев сделал этот нокдаун, осталось уже 12. Но надо бить надо. Нокдаун, к сожалению, ничего не дают. Одно очко только получил Битербиев за удар. И 5-7 пока. Я надеюсь, что в третьем раунде он все-таки покажет свой лучший бокс. Опять, по-моему, поймал у канатов. Да, 6-7. Если ему удастся это сделать, тогда Битербиеву придется очень потрудиться. Опять начало за узбеком. Ну, 8-8. Счет сравнялся. Чуть ли не в первый раз в этом поединке. Попадает снова Битербиев. Попадает таким сбоку ударом, опрокидывающим скорее. По-моему, не восстановился Альшот Расулов. 9-8 впереди Артур Битербиев. Идет уже у 4 судей из 5. Ну, кажется, нормализовался бой, и все-таки смог Артур переломить своего соперника, но пропускает два подряд. Один не засчитывает Расулову, правда. Все время вот этот удар с левой, прямой, такой вроде и короткий довольно, но доставляет он проблемы Артуру Битербиеву. 10-9 пока, полторы минуты. Еще один удар, сравнивает счет Расулов. Что ж стоит-то Битербиев и никак на эти удары не реагирует. Опять вернулось все к тому, что было в первом раунде. И уже видно, что устал Артур. Не засчитывает этот удар ему. Вот теперь достал, дотянулся, молодец. Левой-правой сработал Расулов, но в итоге наткнулся на очень жесткий встречный. И второй нокдаун уже. Сейчас даже не скажешь, кому это больше на пользу пошло. С одной стороны, Битербиев ведет в счете, и время уходит. С другой, возможность прийти в себя после нокдауна дает некоторый шанс узбекскому боксеру. Но проигрывает он 2 очка за полминуты. Держаться, Артур. Ну, не только не левый вот этот, не пропускать. Если будет победа, то просто невероятно тяжелая. Дорабатывает первым номером Артур Битербиев. И это правильно. Тринадцать-10. Все-таки молодец. Молодец, все-таки сумел переломить ход. Вот этот короткий левый прямой. Может быть, и не очень сильный у Расулова, но большинство очков он набрал именно этим ударом. Но молодец, молодец.